Походу стоим в очереди уже минут 10. Вот в поле видимости. Вот сейчас один самолет взлетает. Вон второй. И не знаю, видно вам или нет, но ну, набирает высоту. И вон вправо еще один самолет. Сейчас этот вот взлетел, сейчас буквально секунд 10-15 проходит, и сейчас будет новый взлетать самолет. В общем, мы уже самолетов 10 где-то пропустили, пока стоим. Очень крутая страна, конечно. Очень много впечатлений осталось. Надо возвращаться сюда еще отдыхать, зарабатывать деньги, организовывать международный бизнес какой-нибудь интересный. В общем, перспективы тут очень радужные. Общался с местными жителями, очень плотно в их жизнь сейчас внедряется криптовалюта, блокчейн, причем законы принимаются на уровне государства. О, наверное, наша очередь сейчас будет.
кстати, строят новые острова. Только тот, на котором мы были на экскурсии, он в виде пальмовой ветки. А этот остров будет в виде планеты Земля. То есть континенты там всякие различные. Африка, Австралия. В общем, круто будет. И фактически, как сказал экскурсовод, на 50% уже здесь продана Земля. Фундаментом является горная порода, то есть огромные камни. Их свозят сюда и засыпают. Но сверху песок. Танкер с нефтью идет. Куча на самом деле, наверное, как и самолетов. В общем, красотища. Какую-то интересную местность пролетаем. Пожалуйста, вот тут неподалеку от Арабских Эмиратов есть очень много свободной земли.